недалеко от Баку. Эти огни горят уже тысячи лет. 4200 лет назад некоторые йогины из Индии отправились в Грецию. Это чакра Манипурака. Это исключительное присутствие Вишудхи просто поражает вас в самое горло. Внеземная жизнь использует его почти как аэропорт. Они пытаются создать человека будущего. Азербайджан означает «земля огня». Здесь существуют естественные источники природного газа, который выходит из-под земли в виде горящего пламени. Эти огни горят уже тысячи лет. Возраст индуистского храма, возведенного вокруг огненного источника, оценивается более чем 8500 лет. Его много раз перестраивали, но предполагается, что возраст изначального строения превышает 8500 лет. Мы в храме огня в Азербайджане, недалеко от Баку. Эти огни горят уже тысячи лет. Это священное место, и в древности индуисты этой земли, а также индуисты из Афганистана, Пакистана и современной Индии, то, что когда-то было известно как Индостан, приходили сюда. Это как Каши для Центральной Азии, куда люди приезжали с одной стороны ради жизни, а с другой ради смерти. Потому что это культура, которая определила, что хорошая жизнь очень важна. Но хорошая смерть важна не менее. По этой причине они всегда отправлялись умирать в священное место, как до сих пор миллионы людей отправляются умирать в Каши. Это одно из тех мест, где эта культура пришла в упадок. Но тем не менее многие тысячи паломников приезжают сюда посетить этот храм огня. Немногим более 4200 лет назад некоторые йогины из Индии отправились в Грецию и создали там лингамы, осветили лингамы, которые известны как пуп земли. 15 лет назад я где-то увидел изображение этого места и сразу понял, что это чакра Манипурака. Но где это и кто их создал? Мне сказали, что это в Дельфах. Я хотел туда поехать, и на это ушло 15 лет. Потому что мы побывали в тех немногих местах, где оставались лингамы. А им более 4200-4300 лет. И они до сих пор живы. Их убрали с оригинальных мест и хранят в музеях. Но они все равно живы, их не убьешь. В этом вся прелесть. Что-то очень мощное стояло здесь очень давно. Земля до сих пор под его воздействием. Нитьяя Шуддхая Дигамбарая Расмай Накарая Нама Сивая. Здесь три чакры. Первая — это Манипурака или Пуп. Еще две — вспомогательные чакры — Мулатара и Свадистана. Это невероятное решение, именно так мы создали Байрави, но в единой форме. Здесь они создали подобие храма. На юге Индии есть похожие места. Не настолько грандиозные, но это схожие системы храмов, где создавались чакры. Если нужно создать совмещенную форму из трех чакр или всех семи, это гораздо более сложная задача, но установить их по отдельности гораздо проще.
Вот мы и в Гранд Каньоне. Он формировался на протяжении миллионов лет, скрывая геологическую историю этого места, которую оценивают в 1,8 миллиарда лет. По сути, это русло реки Колорадо, которая прорезала землю на 1.5 километра в глубину. Это живое доказательство того, как может измениться рельеф за миллион лет. Это совершенно невероятно, невообразимо. Гранд Каньон грандиозен, насколько это возможно. Сначала я подумал, что это просто скалы, но это особенное пространство. Оно настолько чувствительно к человеческому присутствию и настолько способно распознавать определенные стороны наших действий, что это просто невероятно. Одни только силы природы. Я уверен, что коренные жители этих мест, которые восприимчивы к этому измерению, и утверждают, что на них воздействуют духи, в некотором смысле не так уж и не правы. Это дух Земли. Они не так уж и не правы, но не в смысле какой-то активности призраков, а в том, что здесь присутствует необычайно мощный поток энергии. Множество мест, природных объектов несут какой-то объем энергии. Но здесь важно то, как каньон реагирует на человеческое присутствие. Это невероятно. Когда мы путешествовали по равнинам Вайоминга, там оказалось то, что выходило за рамки моего опыта. Это Мато-Тепила. Мато-Тепила — это исключительное присутствие Вишудхи. Это не просто необычно. Совершенно невероятно, что возникло нечто подобное. Я не знаю как, но это мощное восприятие Вишудхи. Если не считать Кайлаш, я никогда не видел ничего подобного. Да, есть Ханлинга, но у нее другая природа, очень тонкая. Я никогда не видел естественного образования, которое бы источало такого рода Вишудхи. Мато-Тепила просто поражает вас в самое горло. Это одномерное образование. Поскольку это Вишудхи, невероятно, что камни в основном приняли шестигранную форму. Она величественно возвышается почти как горло Шивы. Это Шива без головы, вот как она выглядит. Это измерение жизни встречается очень-очень редко. В мире существуют различные центры, которые активизируют разные измерения, но настолько мощный горловой центр можно встретить всего в 2-3 местах на всем земном шаре. Я был просто поражен тем, как она испускает это измерение жизни. Это совершенно невероятно. Я не знаю, как могло возникнуть подобное творение природы. В Индии мы сами создаем освещенные структуры, чтобы испускать этот вид энергии. Но мы создаем небольшие объемы, а здесь оно возвышается в настолько величественной форме. Не обязательно находиться в его физическом присутствии. Установить связь с настолько мощным измерением можно где угодно. В озере происходит очень бурная активность.
Природа этой активности не имеет ничего общего с тем, что нам известно как жизнь на этой планете. Это нечто совершенно иное. Это жизнь, но не такая, как мы ее знаем. Я бы не назвал Манасаравар духовным местом, потому что духовность свойственна людям. Эти существа, если их можно так назвать, я не знаю, как их назвать. Существа, предметы или создания, или как-то еще. У нас нет слов для обозначения вещей или явлений, которые лежат за пределами нашего опыта. Они не имеют никакого отношения к тому, что мы считаем жизнью. Это не совсем духовное место. Но почему-то внеземная жизнь использует его почти как аэропорт. Они приземляются, взлетают, приземляются, взлетают с огромной скоростью. Это какое-то сумасшествие. Для этого нет никакой причины, почему на протяжении миллионов лет одно конкретное место на планете использовалось жизнью, которая не принадлежит этому миру. Почему? И почему одно и то же место, и почему так долго? Учитывая то, что происходит в Манасараваре, можно предположить, что эти силы или эти существа могут быть ответственны за создание людей. Это одна теория. Другая состоит в том, что, возможно, они пытаются создать человека будущего. Или это их мастерская, где они пытаются воспроизвести человеческое тело, чтобы принять участие в жизни, происходящей на этой планете. Кайлаш всегда считался обителью многих великих сущностей, потому что многие из них решили вложить сюда свою работу, сохранить ее на Кайлаше. Сам Шива и первый из Тиртханкаров и два величайших буддийских учителя, все эти люди выбрали Кайлаш Парват местом для сохранения своей работы. Я говорю для сохранения работы, потому что до сих пор за все прошедшие тысячелетия большинству мистиков на этой планете очень повезло, если они смогли передать окружающим их людям 1 или 2% своей работы. У большинства не получилось и этого. Они всегда предпочитали сохранять свою работу в таком месте, которое не часто посещают люди, но в то же время доступное для тех, кто хочет до него добраться. Кайлаш — именно такое место. Его нельзя назвать недоступным, но оно достаточно труднодоступно, чтобы отпугнуть многих людей. Подобных мест очень много. Но с точки зрения объема и разнообразия, которые были сохранены на Кайлаше, это особое место.